Доброго времени суток, девочки! Добро пожаловать в новый видео распаковки. Сейчас покажу и буду доставать по чуть-чуть вам показывать, что у меня здесь заказано. Посмотрите. Носочка, девочки, все розовое. И все розовое, девочки, все розовое. Итак, первая партия моей носочки — это Alize Artisan, да? Многие уже это знают, да? Это я готовлюсь к нашему... То, что я хочу задумать после Нового года. Такой проект. Две пары носочков за две недели, да? Ну, в моем случае будет одна пара, и мы будем с вами вместе выбирать сначала самые красивые носочки. И у кого будут самые красивые носочки, будут задавать задания на следующие две недели или недели, кто как сможет, да. Это будет большой, бесплатный, такой большой-большой-большой бесплатный, как говорится, флешмобик, да, по вязанию носочков, именно как бы, ну, со мной в компании, как бы вы меня будете учить вязанию носков, да. Что-то я вам буду рассказывать, что-то такое. Будем начинать с самых простых, да, и я вот подготавливаюсь к этому флешмобику масштабному. Я покажу, что у меня сейчас уже, это, ну, не то, что связано, вы уже видели, то, что сейчас на списках, то, что сейчас вяжу, да, какие нас, что у меня это за носочки. Вот, и подготавливаюсь потихоньку еще вот к такому мероприятию. Также я себе еще хочу сделать большой подарок, но в свой день рождения у меня это не получится, уже после моего дня рождения. Это хочу таки, моя мечта, это попробовать шопель. Если я вяжу носочки, да, и шопель должен быть у меня всегда. Вот, так что это у меня артисан, да, первая ниточка, цвет номер 01, да. Это обычная носочка, 75 на 25, 100 граммах, 420 метров, 75% шерсть, да. Это та пряжа, которая вот именно, чтобы был полиамид в носочках. Видите, как я изучаю? Я даже всю теорию изучаю. У меня даже есть специальная тетрадочка, в которой я, девочки, все записываю. Посмотрите, все записываю, да. У меня даже, я сделала, знаете что? Вы скажете, ой, баба дура, но я себя такой не считаю. Но я сейчас вам все, девочки, покажу. Все, девочки, я вам сейчас покажу. Что, какие штуки я намутила, намудрила. У меня дочь все это сделала. То, что книжки вы у меня видели, да? Я также, видите, заламинировала вот такие всякие таблицы. Да, они все одинаковые. Я сначала же не знала. И вот мне дочь сделала, распечатала вот, такую, вот такие вот большие. Их тоже надо заламинировать. Вот. Вот такие большие поносочки. Но, к сожалению, я пока еще ими не пользуюсь, в сути того, что как бы мне приходится еще пока я учусь сама писать образцы. Также я смотрю, что, какие замеры надо, что, чего. Видите, сразу и перчатки, как что вязать. Но я еще пока до них не дошла. Вот, как бы, что измеряем, что нам важно. Ну, здесь тоже такая, все варианты этих таблиц, да, которые есть у нас в пучине страсти интернета. У меня тут кошмарики мои бегают, хулиганят. А вот, вот далее. Вот такой вот красивый розовый цвет. Но, к сожалению, вот у артисана нету вариантов, как должно что получиться в итоге. Ну, с одной стороны, девочки, это круто. Цвет номер 9002. Все то же самое. Цвета. Я обожаю такие грязные цвета. У меня очень много розовой пряжи. Очень много, девочки. Я люблю розовый цвет. Это мое. Хотя раньше ненавидела. Цвет 9011. Вот такие вот артисанчик у меня. Белый я взяла, то, что я хочу по одному. У меня есть в планах два мастер-класса. Даже... Ну да, 2-3 мастер-класса, для которых я еще подбирала вот эту пряжу. Плюс мне еще из Дундаги девочки подарили вот такое вот мулине шерсть. Тоже под этот мастер-класс. И я сейчас еще покажу, вот как бы просто так вот их отдельно, под определенные мастер-классы, да.
Дальше. Также я заказала однотонные цвета. Это сначала вот регия. Четырехнитка. Это обычный носочек. Также у нее цвет, это, если вдруг кому-то интересно, 00017. Все то же самое, девочки. 100 граммах, 420 метров, 75 на 25. Главное, чтобы был полиамид. Вот, вот такой вот красивый песочный цвет. Классненький. Ниточка такая тоненькая. Ну, это 4. Ну, я люблю, кстати, с тонкой нитки вязать. Я очень люблю. Рекомендованные спицы тут. Сейчас вам скажу. Вы не переживайте, я вам сейчас все скажу, девочки. Так, рекомендованные спицы. Рекомендованные спицы. Так, все, нашла. Рекомендованные спицы у нас от 2 до 3 миллиметров. Опа. Вот, от 2 до 3 миллиметров. И 100 грамм хватит на размер до 46-го. Вот так вот. Такая пряжа. А что вот этот значок обозначает, девочки? Кто профи в носочной вязке у меня на канале? Объясняйте мне все. Тоже подсказывайте, что-то рассказывать. И вот такой вот... Я хотела прям такой вот бордо цвет, а это больше такой винный. Тоже четырехнитка, тоже здесь просто регия. Кстати, они же какая-то нитка есть, которая делается в этом, в Италии. А есть, которая делается в Румынии, девочки. Представляете, как они, что здесь... отличается. Вот это вот из Румынии. Нашла я, знаете, где? Вот, Румыния. А вот эта ниточка. Сейчас мы посмотрим. А это у нас откуда? Так. А это из Италии ниточка. И, кстати, она менее тоньше, посмотрите, нежели вот эта вот ниточка. Посмотрите, какая разница, девочки. Вот это толще, даже на ощупь толще. И вот этот цвет у нас фарба 02747 фарбе. Вот такая ниточка Шахермайер. А вот здесь просто регия. Видите, вот такое отличие. Таких носочков у меня будет. Тоже определенные, тоже тут всякие мастер-классы буду пробовать, смотреть вот эти ниточки. Так, дальше. Также у меня решила взять черный, потому что у меня дочь хочет черный, но самый такой черный нашла, который мне действительно нравится. Я заказывала сайт KL24, да? Потом, сейчас, если они там не оставили свою, они, бывает, обычно оставляют свою визитку, я покажу. Ну, я сделаю ссылку, если хотите, для тех, кто из Прибалтики, да, из Эстонии, я вам оставлю ссылочку на этот магазин. Можете пройти посмотреть. Это у меня супер ваш комфорт в 100 граммах, Лиза, тоже носочная пряжа. Цвет черного 60. Тоже 100 граммах, 420 метров, 75 на 25. Вот такая вот ниточка. Обычный черный цвет. Взяла такие, то, что мне дочь просила. Так, да, не оставили они мне этикеточку. Михалыч, куда залез? Дальше. Также еще Ализе Супер Ваш Комфорт взяла вот такую ниточку. Кстати, они тоже... Не рисуют, какой будет носочек. Но вот мне понравилось вот эти вот оттенки переходящие розового. Но вот эти вкрапления я у многих смотрела во влогах, да, носочки, обзоры носочков. Вот эти вот рисунки, вот мне, например, вот многим нравится, мне, например, не нравится. Ну, посмотрим, что будет, как бы это так. Лишь бы повязать.
Итак, далее. Взяла еще на Кобоха. Мне тоже понравилась расцветка. Я говорю, очень много девочки розового, потому что я сужу по себе, я вяжу под себя, да, как бы, вот, ну, заказы-то я не беру, да, на носки, потому что я еще только учусь. Я научилась обычный носок, как с этой штукой, как ее зовут-то? Пятка подкова. Я научилась пятка бумеранг от мыска, сам носочек от мыска. Вот, поэтому сейчас я хочу пятку стронг, бумеранг от падалинка, да, или как от голени, да, ну, сверху вниз, а не снизу вверх, вот. Поэтому очень много вариантов носков, может быть, просто невероятнейшее. Также еще хеликсом хочу попробовать, хочу попробовать пятку от скуки, даже такая пятка, девочки, есть. Вот, смотрите, вот такой цвет. Вот какой должен, вот у меня он заинтриговал, вот, вот просто вот как бы норвежский стиль, скандинавский стиль, мистикаль, пряжа мистикаль, цвет, если кому заинтригует, это 82-452, спицы они здесь, ну, мне проще сейчас, секундочку, девочки. А также от 2,5 до 3,5, как вам комфортно будет, удобно, да. Также 75 на 25. Ну, такая пряжа. Мне чисто понравилась вот расцветка вот этого носка. Поэтому я ее и взяла. Также для одного мастер-класса, который я все смотрю пока на ютубике. Это вот. Куда все, туда и я. Называется от Регии премиум Мерина Як 4-нитка. Я еще хочу, девочки, попробовать кашмир из этой, ну, это какая-то дорогая пряжа, да, я по чуть-чуть. Состав у нее 100 грамм, 400 метров. Так, 50 грамм у нее шерсть, 20 полиамид и 14% яка. Это очень большое количество яка. Девочки, спицы они предлагают также от 2 до 3. И из этого мотка можно связать. Так, ну-ка. Также носок до 46 размера. Ну, я тоже думаю. Кстати, на картинке был светло-светло-серый цвет. Но пришел вот такой вот цвет. Номер цвета я вам сейчас скажу, девочки. Сейчас мы с вами найдем номер цвета. Сейчас. Угу. Вот этот, наверное, номер, артикул номер 980-1630, да? А, нет, Вабан Дагипалун. 07-511, девочки. 07-511 цвет. Классно, в руках держишь. Вот. У меня мечта еще шопелем попробовать. И носочная пряжа в пасмах тоже. Ну, это я с немецкого магазина себе закажу. Это уже просто я сейчас себе на день рождения уже сделала подарок. И сделаю другой подарок. Это потом. Также, так как я сейчас вяжу носки мужу. И я заказала блокаторы уже еще самого большого размера. От 41-го, 41+, стоимость, видите, 13,85 евро. Это самая бюджетная, девочки, цена блокаторов у нас в Прибалтике и в Европе. Я смотрела очень много, ну, я не буду раскрывать, да, вы все их знаете, эти блокаторы от Knitpro. Я очень много сайтов посмотрела. В одних, где вот я с Литвы заказываю, да, свою там вот эту вот, как это называется, пряжу для Ньюборн, да, у нее 22 евро. На немецком сайте 20 евро. Других каких-то еще смотрела, 17 евро. У нас в Карнолюксе, в КЛ24, вот это вот 13 евро, тут у меня маленький, и вот это 13 копейка. Это самая бюджетная цена, девочки. Сейчас вот у меня на спицах носки мужу. Я вам сейчас просуну и покажу, что как они все раскрываются. У меня тут у него носочек. У него 44 размер. Вот. 44 размер. Я еще, они даже еще не стираны. Здесь я пяточку сделала лицевой гладью, потому что я вот, если честно, не понимаю вот это вот уплотнение пятки, да.
так как, ну, суть стирания идет вот по этой части и вот по этой части, да? Я не понимаю смысл делать вот здесь. Он уже его мерил, ему очень понравилось этот носочек. А, вязала я его из пряжи. Пролана Fashion Week Golden Socks 4 нитка. На спицах 2,25 я вяжу. Я просто сюда все убираю. Вот такой вот у него носочек. Он говорит, на работу. Он говорит, мне жалко такое на работу. Свяжи мне что похуже на работу. Я говорю, что тебе похуже, свяжу-то на работу. Я говорю, и так сойдет. Вязал. Сейчас у меня на спицах. Вот, я уже тут дошла, девочки, вот до этого момента. Вот он, видите? Мы уже с ним. Ой, это у меня с этих китайских носков вся эта. Ой, извиняюсь. Вот, здесь вот уже 10 рядов вместе с этим моментом провязала. Еще надо 40 рядов провязать, и буду закрывать эту пятку. Также я выясняю, вяжу на спицах 2,25, да, я уже говорила. Ой, Мирочка, прости. И вот такой вот остаток остается. Вот у этого магазина, как я его все называю, Мосгаз, извините, литовского магазина, где я заказывала вот эту вот пряжу, да, для своего Newborn Props'ов. Спицы всякие разные интересные. Я заказывала у них пряжу, и у них, и у них очень много вот этой вот всякого разной разновидности вот этой пряжи, девочки. Всякая разная разновидность вот этой пряжи. У мужа 44 размер, поэтому на блокатор 41+. Я еще их постираю, только потом поставлю на блокатор. И вот эти вот три моточка, плюс еще я думала, что это будет бордовый, но он немножко не совпал. Это вот как бы на 4 пары носочков, грубо говоря, одного вида. Пятка стронг. И резинка, там, по-моему, идет резинка 3х1. Если я не буду врать. Вот буду пробовать. Мне этот цвет красного просто очень нравится. Я не ожидала, что девочки мне из Dundaga Magic подарят подарок. Вот этот моточек. Они мне объяснили, что это такое. Я просто потрясена. Я просто восхищена. У меня уже 4-я или 5-я закупка Dundaga. Там расскажу, что там. Это у них из последнего ихнего... С их последней закупки. И я уже буду, как говорится, там я, ну, там все расскажу в той закупке пряжи, что, для чего, что, какая пряжа, да, они специально для меня подобрали пряжу, думая обо мне, как они, ну, это все в том видео. Итак, и я еще себе заказала, так как я испортила одни свои спицы, заказала круговые 2,25, потому что вытаскивала их неудобно, неправильно, да. И поэтому я их испортила. Я сейчас вам покажу, как я их испортила. Если они у меня есть, есть они у меня в наличии. Я просто порвала тросик. Вот он, вот, не знаю, видно или нет. Вот здесь, наверное, точно видно. Он просто как огрызком царапается. Открывала дурында вот отсюда, вытаскиваю, неудобная упаковка. Вот зачем вот делать вот такую говняную упаковку? Извините. Вот, поэтому я заказала новые спицы 2,25. Я ими пользуюсь для носочной пряжи, мне очень удобно. Так как вяжу плотно, хочется еще плотнее. Я думаю, да, у меня очень плотная вязочка. Сейчас покажу. Здесь резинка 2 на 2 у меня. 30 сантиметров лицевая гладь, 26 рядов у меня, 30 рядов у меня лицевая гладь, 26 рядов у меня резинка. Муж хотел длинные. И вот видите, как раскрывается узор. И вот тут вот у меня вот так вот. Что-то не совпадает. Второй носочек у меня тоже немножко не совпадает. Ну, как бы... Я не хочу так прям слишком профи-мофи, да, быть. Вот, видите, чуть-чуть вот здесь не совпадает в пяточка. Вот. Ну, я вас умоляю. Так-то все совпадает, все пошло как надо. Вот, только вот этих моментов. Ну, ничего страшного, как бы мы не гордые. В шопеле вообще
Да, там попробуй подбери пряжу. Вот я хочу ее. Ну, все пробуют, я как все, знаете, туда, куда все, туда и я. Ничего здесь не поделаешь, девочки. Вот такие новости. А также я сейчас вам еще покажу сразу в этом видео, что у меня связано еще. В плане, как говорится, вязовок, распаковочка, да, свои, то, что я сейчас еще вижу, как раз я показала свои носочки, вот, так что, ну, бомбочка, ну, такой шух, штука, ух, пумпурышка, вот, сейчас я вам все покажу, я даже не знаю, где это мне теперь все хранить, потому что у меня эти запасы пряжи, они очень сильно накапливаются. Я больше закупаю пряжи, нежели я ее, девочки, отвязываю. Из моей дундаги, которую я заказывала две пасмочки. Я, как и все, загорелась палантином. И вот я начала его. У меня больше петель, чем у всех девочек. У меня 125, по-моему, петель. Или 120, и вот вывязывают вот такой вот палантин, большой шарф. Мне все это нравится. Я это у меня для успокоения мозга, когда не знаю, что повязать, да, поздно вечером. Ну да, темная пряжа, конечно, ничего здесь не скажешь, но, знаете, иногда хочется что-то повязать, но не знаю что, и я его так вяжу, бывает, просто сижу, вяжу, что-то смотрю, с малышкой играемся, знаете, как она меня лечит, и вот решила его вязать. Но я, знаете, что хочу? Я хочу вот эти вот зеленые штуки, их отматывать, и потом из них, вот из этих зеленых штуках делать вот эти вот хвостики на пледе вот в этом. Вот мне так хочется. Я смотрю, девочек, мало кто это делал. Я не сижу в этом, как его зовут-то, большой совместник у Маринаи на канале, и у нее в телеграм-канале есть большой совместник. Я там присутствую, но я там не сижу. Я просто смотрю, вот я, как сказать, зажигаюсь фотографиями девочками, которые вот вяжут вот этот палантин, да. А все мы загорелись у Светланы Коскинин, у которой такой яркий, сочный. И вот все теперь вяжут из этой дундаги такой вот палантин. Так что посмотрим, что будет. У меня два. Я вот хочу. Я не люблю. Мне не нравятся эти вот яркие полоски, полосатость, да, вот этого. Ну, не нравится. Я хочу что-то такое вот более спокойное, нежно переходящее волнами. И вот эти зеленые цвета я буду убирать. Я хочу из этих зеленых цветов сделать такой сильный контраст на вот этих вот тесемочках. Ну, не тесемочках, я забыла, было, как они называются. Если что, подскажите, ну, мне в комментариях. И если есть возможность, скиньте ссылочку, пожалуйста, как их правильно делать. И вообще, возможно ли делать вот на таком крае, когда полая резиночка. Но я хочу. Я хочу вот как бы там зацеплять его. Это будет круто. Это будет классно. Я это вижу, я это чувствую. Как бы это будет офигенно. Вот такие, девочки, новости на сегодня. Показала все свои покупочки. А, еще что. Я уже в каком-то визавлоге показывала, да, пропси мне. Ну, кто-то не смотрит пропс. Вот эти ниточки, которые из пуха норки, да, вот такой, есть дополнительная нить. И вот именно носочки, потому что я хочу вот этот палантин, да, и к нему носки. И носки я буду добавлять вот этот вот моточек, вот дополнительное, что осталось. Но это, я знаю, этого хватит, да, хотя бы на стопу всю, от пятки до стопы. Вот буду добавлять в такую ниточку, да. И они у меня никуда не пропадут, вот все эти бобиночки. А это как вот, это ж синтетика, девочки. Поэтому оно у меня не попадет. У меня малышке тоже было день рождения. Ей подарили басика, а коробочку маме. Вот такая крышечка. И они у меня будут лежать, ничего не валяться. И я их вот так вот закрываю. И басик вам передает пламенный привет. Вот, поэтому до новых встреч, до нового подключения. Следующее видео, которое будет сниматься, это распаковка дундаги. Вот, поэтому до новых встреч. Всем пока-пока.